Доброе утро, всех приветствую, всем здравия. Я снова еду на смену. Прохладное московское утро, времени 6:30 утра. Даже иней на траве. Сегодня вербное воскресенье. Всех православных христиан поздравляю с праздником, с пожеланием всяческих благ. Еще раз поздравление официальное было вчера. Вот видите, народу никого, сегодня воскресенье. Вон мой рюкзачок валяется, тоже уставший за почти целый год. И вот подготовка к Пасхе. Клетки напоминают, да, вот? Это. Кинзадза, помните? Ку! Вот в клетках сидели. Ну вот копия где-то еще в одном фильме. И что самое интересное, да? Ведь колючая проволока, да? Прям как напоминает это. Блин, прям... Ну, ХВ-то написали, это хорошо. Да. Это немножко другая. Вообще, они три разных. А народу смотрю все равно. Что Пасха, что Новый год. В принципе... Да, сегодня у нас 28 апреля. Как с завтрашнего дня, по-моему, выходные у людей, насколько я знаю. Я опять в куртке, блин, опять холодно. Ну, свежее утро такое. Вот, но солнышко уже пригревает. Так, мне еще 1.5 месяца до отпуска. Чуть больше. Это... 12 смен. Отпуск у меня по графику в июне, где-то во второй половине, я думаю. Вообще со 2 числа. Ну, попробую там оттянуть вперед. Там поглядим. А так, да, все зазеленело в Москве. Да и везде тоже. Я вчера прокатился по Подмосковью. Блин, просто туда дальше, южнее, там просто все уже вот в этой свежей зелени, в тюльпанах, в цветах все утопает. Ну, все хмурные ходят. Все в своей суете. В общем, жизнь продолжается. А день сегодня будет классный. Вроде погода налаживается. Я к тому, что, блин, надо в конце концов открывать туристический сезон. 2 недели, блин, 2 недели никак не можем вырваться в лес. Вообще не получается. То погода. Я рюкзак 3 раза разбирал. Вот. То праздники, то еще что-нибудь, то, блин. В общем, вот такое видео. Впереди сутки еще. Так что всем пока. Всяческих благ. Доброго, хорошего дня. Всех еще раз с праздником. И до будущих видео. Вот такой утренний вложик из Москвы. Вот метро Дмитрия Донского.